Доброго времени суток, уважаемые пользователи. Сегодня мы с вами ознакомимся с еще одним средством для заработка или сайтом для заработка или для раскрутки канала на YouTube или сайта, кому что нужно. Это второй по популярности, с моей точки зрения, второй по популярности в Рунете сайт, такой SEO. SEO-сайт, почтовик, букс, который платит, который делает выплаты в рублях. То есть есть еще VMware, он, конечно, популярен, но я к нему не привык. Он платит в долларах, в центах. Вот, он, наверное, он самый популярный, я не знаю, но вот этот второй по популярности после SEO-спринта. Я смотрю просто по посещаловке. Вот справа мы видим 4000 человек сейчас на сайте. А на SEO-спринте где-то около 8 или 9, проверять не будем, это точно. А на профи-центре это третий по популярности, тоже по моим наблюдениям, сайт. А там, я думаю, сейчас где-то около 3000. Вот сейчас мы сможем посмотреть. Удостовериться, профицентр 2317, обновим, 2500 человек, то есть вот здесь 4, это второй по популярности, он мне больше нравится тоже, чем профицентр. Ну, пожалуй, приступим к знакомству, и я вам поделюсь, расскажу, как я поднимаю рейтинг, как я здесь зарабатываю немножко совсем, вот, и что вообще можно тут поднять. Первое, с чего начнем, так это возможности для заработка. Здесь есть серфинг, чтение писем, оплачиваемые тесты и задания. Все точно так же, как на SEO-спринте. Что нам дают серфинг, чтение писем? Копейки. Копейки дают, оплачиваемые тесты тоже, но за все это, в отличие от SEO-спринта, нам дают плюс к рейтингу. Вот здесь рейтинг растет как на дрожжах. 347 рейтинг у меня почти за месяц, в то время как на SEO-спринте за месяц около 40. Вот. Ну, тут понятное дело, что тут немножко по-другому разделяются уровни. То есть, я думаю, приблизительно 347 это прямо пропорционально 40 на SEO-спринте. Серфинг, все это нам дает плюс 0.1 к рейтингу. Серфинг дает плюс 0.1, вот мы его открываем, как обычно, здесь идет счетчик. Потом мы просто решаем задачку. Плюс 0.1 к рейтингу нам дается, вот, платится 0.015 рублей. Вообще копейки, вот 140. Циферку нажимаем. Чтение писем. Чтение писем это то же самое, тот же принцип, что на SEO-спринте. Вот здесь у вас высвечивается окошко такое. Там небольшой текст. Вы ознакомливаетесь с ним. Нажимаете правильный ответ. И вам за это дают, по-моему, 0.2 или 0.3. За чтение писем немножко больше. А за оплачиваемые тесты, вот если вы проходите тест, вам дают половинку. Ровно 0.5. Я бы советовал делать, некоторые не делают, но я бы советовал вам делать тесты. Потому что это существенная прибавка к рейтингу. То есть, вот это самая, наверное, одна из самых больших прибавок к рейтингу. Вы, кстати, можете ознакомиться в разделе «Карьера». Вот за тесты 0.5 баллов. За просмотр письма 0.3. А вот 0.1 за просто серф. Вот. За одно оплаченное задание, кстати, вот 0.5. Так же, как и за тест. Поэтому я делаю тесты. Я хочу, чтобы мой рейтинг был хороший, рос. Вот. Ну вот вы здесь можете посмотреть, за что даются вам баллы, рейтинг, как он засчитывается. Вот немножко ниже вы можете посмотреть градации, уровни, статусы, которые можно здесь, которых можно здесь достигнуть. Вот. Ну, я скажу так, что приблизительно вот бизнесмен, это то же самое, что на SEO-спринте, вот 500 здесь нужен рейтинг, то же самое, что рейтинг 50 на SEO-спринте. Ну, то есть, такое, немножко как обманка такая вот. Вы думаете, что вау, я классный, 347, а на самом деле это не так уж и много. А
оплачиваемые тесты мы здесь были, и задания. Заданий здесь меньше, чем на SEO-спринте. Меньше каких? Меньше в общем и меньше таких, что вот высокооплачиваемых. То есть рублевых, если на SEO-спринте рублевых довольно-таки нормально, то здесь немножко совсем. В основном, вот сейчас, то, что вы видите, вот этот список 36 рублей, 5 рублей, 4, это где-то надо зарегистрироваться, это реферальные все ссылки. Администрация просто еще не почистила, их, видать, только недавно разместили. Вот. Рублевых заданий совсем мало. Вот, смотрите, вот они и закончились. Вторая страница, их уже нет. На третьей я уже уверен. Вот, видите, немножко еще есть. Но в основном, я же говорю, в основном это где-то надо зарегистрироваться. Вот, хотя, а на SEO-спринте в только кликах там намного больше таких вот заданий. Вот по 80 копеек вообще немножко, вот по несколько штук. 65. Ну, в общем, такое. Это никак. Это не основное. Если вот хотите вы зарабатывать на почтовиках, на буксах, то это не основное, конечно. Букс, на котором можно зарабатывать хорошие деньги. Но побочно. Побочно можно на нем зарабатывать. Вот я без рефералов. У меня пока что нету рефералов. Я их еще не привлекал. Просто вот клацая. Вот можно посмотреть мою статистику. Клацаю. Я клацал там просто серфил, тесты иногда подклацал, задания вон видно я делал, это 38 всего лишь за месяц, 38 всего лишь заданий, вот тестов очень много, и вот так вот я немножко дорос до такого рейтинга, ну то есть я почти здесь задания не выполняю, я выполнял такие по рублю, вот, всего вы заработали 112, то есть это по сравнению с SEO-спринтом, конечно, это не так уж и много. Но это, я еще раз повторюсь, это второй вот по посещаемости русский почтовик, который делает выплату в рублях. Уточняю, который делает выплату в рублях. Заданий вот здесь я вам уже показывал немного. Что мы еще можем с вами посмотреть? В принципе, вот управление рекламой. Если вы раскручиваете какой-то свой там, сайт или канал на YouTube, вот вы можете здесь размещать. Комиссия там не очень большая, мне кажется, немножко меньше, чем на SEO-спринте. Здесь вы можете все редактировать вот, в оплачиваемых заданиях. И вот, в принципе, таким образом, вот я тут разместил уже 4. Кликаю тут тоже не так активно, как на SEO-спринт, вот, поэтому, ну, вот видите, жиденько, 1.6, ну, то есть, мало. Что еще мы здесь с вами посмотрим? Рефералов, рефералов как можно привлекать сюда? Рефералов можно привлекать, создать свое какое-то видео вот на YouTube и разместить свою реф-ссылку. Можно создать какой-то свой одностраничный сайт на Юказе или на Народе, если вы не умеете писать сайт. Если умеете, там, то пишите вручную. Нет, есть чуть-чуть навыков на всяких там WordPress, Joomla, то пишите на них. Вот. Это тоже будет небольшим подспорьем вам. Просто их понемножку будете раскручивать, вот хотя бы даже здесь. И все. По поводу рефералов. С них довольно-таки здесь можно заработать неплохо. Опять мы в карьеру идем. Вот доход от рефералов. 30, 40, 50, 60%. Ну, до олигарха, конечно, надо еще далеко очень нам. Вот. Рефералов пока нету. Ну, что еще? В принципе, все. Он не такой интересный, как SEO-спринт. Я не буду здесь показывать, как выполнять задания. Вы знаете, втянетесь, я думаю. Ну, такое. Я вот держу его как второй почтовик. То есть, пока что тут нету рефералов, я буду их привлекать. Надеюсь, вы станете моим рефералом. Нажимайте внизу под видео ссылочку для регистрации на этом проекте. Проект неплохой. Я думаю, у него есть потенциал, есть куда развиваться. А в принципе, если что-то не так, то вот основной там поток или даже не поток, я знаю, есть задания, которые повторяются и на SEO-спринте, и здесь. То есть люди и там зарегистрированы, размещают задания и тут, и там. Вот. Поэтому
И вдруг что-то не понравится на SEO спринте, люди сюда. Вот что на SEO спринте, что там очень строгая система контроля. Вот когда вы размещаете свою рекламу, например, вы размещаете ее в раздел «Только клики», а ее закинут вам, могут вам закинуть ее в социальные сети или в прочее. Лишь потому, что у вас там было, вы хотели, чтобы поставили на вашем видео лайк там или подписались на ваш канал. То есть глупо. Не знаю, как-то они не продумали. Вот. И поэтому большинство, ну, много людей размещает и здесь, и там. О том, сколько можно заработать здесь, я чуть не упустил. Моя статистика. Немного. Ну, если вот задание выполнять, конечно, больше можно. Вот всего его вывели 105 рублей, всего заработали 112. Это за довольно-таки вот за такой срок небольшой. Ну, хотя вот 22-02. Сегодня у нас 18-е. Почти месяц прошел. Почти месяц 100 рублей. Ну, ни много, ни мало. Так. Если просто вот иногда захочется кликать, там, оба, свободное время есть, серф нажал, оп, он тебе открылся в другом окне, тогда, конечно, вот 100 рублей за, просто за это неплохо, я думаю. Вот. Спасибо за внимание, был рад поделиться. Если будут вопросы, задавайте под спойлером, я, может, сниму вторую часть, как SEO спринтом, там есть две части, вот, я, может, сниму вторую часть, чего не успел сказать, чего не вспомнил. Подписывайтесь, лайкайте видео, становитесь моим рефералом, гарантирую конкурсы, гарантирую какие-то поощрения. На SEO спринте у меня уже есть рефералы, там я уже провожу конкурсы, вот, довольно-таки неплохие. Ну что реферал получает вот от того, что над ним кто-то есть. Он ничего не теряет абсолютно, из него ничего не вычитывается. Просто некоторые хотят быть свободными такими орлами, то это как-то не продумано, и это не совсем правильно, потому что вы теряете некоторую часть дохода, которого бы вы могли не терять. То есть вам платится плюс, когда над вами есть человек, вам плюс еще платятся проценты за серфинг, за чтение писем, за тесты. И вот может он проводить, ваш реферер может проводить конкурсы, и еще дополнительная денежка у вас будет с конкурсов, если вы, конечно, будете активны на сайте. Все, сказал все, всего доброго, всем спасибо, пока.